конструкторе появилась возможность выбрать качество изображения сразу для всего сайта. Среднее качество имеем по умолчанию. А заменить его всегда можем в настройках. Кроме этого, появились индивидуальные настройки кнопок. Через три точки вызываем меню настройки блока. В строке «Вид» кнопки клацаем «Карандаш». И в разделе «Оформление» выбираем из списка необходимые настройки под себя. Это касается цвета фона и рамки и параметров тени кнопки. Все то же самое можно настроить и для состояния при наведении. Раздел анимации и адаптивного отображения аналогичен настройкам всех других блоков в конструкторе.